Всем привет, с вами При. Сегодня рассмотрим аксессуары на танка, посмотрим, в каких возможных ситуациях они будут использоваться, и дам им некоторую оценку, скажем так. Выделим те аксессуары, которые нам стоит дропнуть, и рассмотрим какие-либо их альтернативы, потому что всегда есть аксессуары получше. Уж в Легионе их найти можно, возможно. Итак, поехали. Всего 5 танковских аксессуаров. Первый. Голод Левиафана, дающий скорость. Вы напускаете на атакующего вас противника мрак, который снижает его скорость передвижения на 70%. Ага. И наносит 885 тысяч урона от темной магии в течение 8 секунд. Вы восстанавливаете здоровье в объеме 300. Тут сейчас шутки же полетят, да? Процентов от нанесенного таким образом урона. А если глянуть мифическую версию, то есть тут 1.1 миллиона единиц. Поняли, да? Насколько все серьезно. В общем, кликнуть кнопку, восстановить себе 2,5 триллиама хп. Но честно и интересно. То есть сам себе хил. Скорость не такой мусорный стат, как крит на большинство танков. Почему бы и нет? Ну, возможно, можно ее и потратить как вариант. Эту тринку. А далее, аксессуар на выносливость, которых в принципе до кучи. И по-любому можно будет найти альтернативу этому ковчегу. Вы окружаете себя стенающими душами, которые в течение 6 секунд превращают 50% получаемого урона до тех пор, пока таким образом не будет предотвращено миллион. Время восстановления этой способности сокращается в зависимости от количества поглощенного урона, но не более чем на 30 секунд. Окей, хорошо, не более чем на 30 секунд. 2.30 минус 30 равно 2 минуты. Допустим, КД при удачном стечении обстоятельств у этого аксессуара будет 2 минуты. Хорошо. Пока не будет предотвращено 1 миллион здоровья. Зачем нам дропать такую вещицу, да? Давайте доведем ее до уровня ЛФР и просто сравним числа. Запомните, она с рейда. А хотя нет, все, мои, скажем так, мои подозрения скрылись мгновенно. Намного лучше будет себя показывать даже вот такой вот аксессуар, медальон Паржиша. Он хотя бы сейвит. Ну, не знаю, не знаю. Касательно ковчега, посмотрим. Посмотрим, что он сможет. Итак, далее. Аксессуар на силу. Вообще бы это не нужно было на самом деле, ну ладно. При получении урона с некоторой вероятностью показатель брони повысится на 2500, и вы будете отражать в атакующих единица урона в виде урона от огня. Время действия 10 секунд. Если... А скорее всего у этой треньки будет КД примерно в 55 или 60 секунд, то это в принципе неплохо. Броня 2500. Типа, почему бы и нет? Как бы броня имеет место быть, если будут встречаться боссы, которые реально будут пробивать своими атаками, а не магией. Потому что какие-либо боссы по типу Кросса и Трея, там почти большинство каких-либо атак — это магия, там тикающие стаки, прочее различное. Ну, то есть, почему бы и нет? Аксессуар на броню может себя вполне неплохо показать. Самое главное — дропнуть его и узнать его внутреннее КД. Вот так вот. То есть, просто нужно будет изучить этот аксессуар более внимательно. Далее, аксессуар на универсальность. При получении урона вы с некоторой вероятностью восстановите ХП за 6 секунд. Когда время действия этого эффекта истечет, вы и до 4 союзников в радиусе 15 метров получите щит, предотвращающий урон в течение 15 секунд. Это сам себе хил и сам себе саппорт. Вы и до 4 союзников в радиусе 15 метров. Вы и до 4. Ну, вы и плюс 4 равно 5. 5 людей, 5 people. Мифик плюс, 5 людей. Вот, хорошая триня для мифик плюс, ага. Ну, возможно, кстати.
Ну и самый последний аксессуар. Это самый нужный, который реально стоит дропать, за который можно убивать. Я сейчас без шуток абсолютно. Аксессуар, дающий море искусности. Ладно, посмотрим эпохальную версию. Море искусности, дающий секунды на нашу основную сейвящую обилку в виде глухой обороны. Давайте рассмотрим внимательно. Я уже делал отдельный видосик по этой теме, но все же, кому-то может лень, кто-то хочет конкретно этот посмотреть, а почему бы и нет. При получении урона вы будете получать стаки, хитрость, искусителя, эффект, который суммируется до 10 раз. При расходовании хитрости, чтобы сократить время восстановления глухой обороны на 2 секунды с половиной за каждое наложение эффекта. То есть, живая ситуация, я посадил глухую оборону в КД, накапливаю 10 эффектов этого аксессуара, использую его. То есть у него восстановление же еще 20 секунд есть. Ну, я думаю, 10 стаков за 20 секунд мы уж точно накопим. Или даже за большее время, увы. Используем аксессуар. И КД нашей глухой обороны становится минус 25 секунд. Не самое лучшее применение аксессуара. Есть получше. Если глухая оборона активна в настоящий момент, то эффект хитрость искусителя вместо этого продлевает ее действие на 6 секунд за каждое наложение эффекта. 6 на 10 – 60. Глухая оборона действует 8 секунд. 68 секунд глухой обороны. 68 секунд мы будем находиться под минус 40 на 4 минуты. У паладина танка усиливается защитник древних королей. У танка друида усиливается инстинкты выживания. У, по-моему, ДК усиливается незыблемость. А вот про других танков в виде ДХ и Монка я ничего сказать не могу. Оценка триник. Ну как бы вам сказать? Ну, осколок нужен. Начнем с этого. Это по-любому обязательный тринкет, что для рейда, что для Мифик Плюс. Вы вдумаетесь только. 68 секунд находиться под кнопочкой нашей, под сейвом. Это можно всю утробу сагрить, зачистить и ресетнуть и еще на раз пройти. На самом деле не так, но все же. Это вообще аксессуар на саппорта. Этому есть альтернатив каких-либо более достойных, до кучи при том. Это вообще сам себе хил. Это сам себе саппорт, хил. Короче, не знаю. Осколок дропаем. Панцирь, надеемся, верим, ждем. Остальные аксессуары не хочу рассматривать как аксессуары в принципе. Если они дропнутся хорошего эквипа, там, с монетки какой-либо или еще с чего-либо, допустим, ну да, на госпоже, типа, я буду кидать монетку ради получения сетовых ног. И если мне упадет этот аксессуар, то потестим. К тому же, этот аксессуар, как я правильно понимаю, он будет работать и в ДД специализациях. Вот. Но на ДД лут он падать не будет. То есть, возможно, некоторые дамагеры будут там специально ставить лут танка, кидать монетку в надежде на этот аксессуар с целью, ну, я не знаю, фарма старых рейдов как вариант, с целью покорения соло-контента как вариант. Ну, это что-то такое себе. Так себе. Ну, вы поняли, короче. О, думайте сами, решайте сами. Если есть танки поопытней, то можете расписать свое мнение. Да даже если и не поопытней есть, все равно. То есть, если вы там только начинаете, допустим, играть за какого-либо танка в любой специализации, что вы думаете об этих аксессуарах, мне интересно будет почитать. К чему-то прислушаюсь, что-то оспорю. Только, ну, не ругайтесь на меня. Меня своеобразное мышление по поводу аксессуаров. Вон я до сих пор с кристаллом, с цепями бегаю и вообще доволен жизнью, танчу. На самом деле, не очень-то. До скорого. Всех вам благ.